Деньги вернут покупателям квартир в доме номер 9 жилого комплекса «Бриз». Касается это первой и второй очереди. А также дольщикам долгостроя княжеские свои квартиры в доме на пересечении братьев Кашириных и Каслинской они ждут с 2009 года. По данным регионального Минстроя, сегодня в едином реестре проблемных объектов 49 домов. По каждому из них составлен план график восстановления прав дольщиков. В основном вопросы решаются за счет федеральных средств.